Меня зовут Антон Федулов, я являюсь действующим параспортсменом. Я очень рад, что оказался в Тверь Тим. Сначала вода чуть не забрала у меня жизнь, а потом открыла передо мной новые. Открыла передо мной новые возможности, новые горизонты. Было лето, было жарко, весело, поехали с друзьями на речку, как бы ничто не предвещало несчастного случая. Нырнул, получается, и повредил шейные позвонки. Приговор врачей был такой тяжелый, как бы. Сказали, что больше никогда не смогу ходить. Помаленьку, потихоньку, благодаря тренировкам и упорным занятиям, начал подниматься прогресс все выше и выше. Сначала он был не особо значительный. Там минимально рука расшевелилась, минимально палец там зашевелился. А потом потихоньку, с каждым месяцем как бы он все прогрессировал и прогрессировал. Было очень интересно, на что способен организм человека, получивший как бы тяжелые травмы, на что он способен дальше, как он способен восстановиться. На самом деле, возможность человека безгранична. Может быть, у тебя уже не будет такая ровная, красивая походка, как раньше. Может быть, ты там не сможешь прыгнуть 4 метра в длину. Вот. Но физические данные очень развиваются. Вот я приезжаю на турники, ребята начинают доставать телефон и снимают на камеру. Я подтягиваюсь больше, чем обычные здоровые ребята. В воде я чувствую полет, как будто я парю над водой, когда набираю скорость. Как будто я бегу, но бегу не на ногах, а на руках. Если что-то у человека забирается, ему что-то дается. Да, мастер спорта присвоили, выдали удостоверение. Вот, но теперь надо буковку Z впереди. Я очень хочу выступить на Паралимпийских играх, прославить свой город, свою страну.